Эфир программы Андрея Малахова «Пусть говорят» на этой неделе поставил точку в отношениях красивой пары певца Прохора Шаляпина и модели Анны Калашниковой. В студии Первого канала телеведущая озвучила результаты ДНК-теста, показавшие, что Шаляпин не является отцом сына Анны, годовалого Даниила. Известие стало для артиста настоящим шоком. Он верил, что малыш – его ребенок. Сразу после эфира артист пребывал в растерянности и не знал, что ему делать. Анна же просила у любимого прощения и надеялась вернуть его. Но Прохор все же принял тяжелое решение. Артист отменил свадьбу. По словам Шаляпина, он не собирается давать свою фамилию и отчество Даниилу. Сейчас мальчик носит фамилию матери Калашников и отчество Игоревич. Однако Прохор заявил, что он может стать для малыша крестным отцом. К слову, многие зрители, следившие за эфиром программы «Пусть говорят», уверены, что вся эта история – чистой воды пиар. И что на самом деле Прохор с самого начала знал, что Даниил не его ребенок. Скорее всего, это и есть пиар, и в дальнейшем от них можно и не такое ожидать. А вы своими мнениями делитесь в комментариях, и всем пока! Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!